Растет джиперское движение, подхватывают станицы и провинциальные городки. Сплачиваются ряды внедорожников. Вот и Новокузнецк уже во второй раз устраивает джиперскую тусовку. В прошлый раз было ориентирование. В этот осенний субботний день 30 октября джип-триал. На трассе 24 машины. Среди них два мерседесовских унимога, один ГАЗ-51, две Нивы, а остальные УАЗики. Из Новосибирска выехало две машины, два экипажа. Но доехала одна. Дизельный УАЗ Живицына Сергея. Ага, не смог подняться в горку. Чувствуется слабая подготовка. Ну вот теперь наконец-то получилось. Вернемся. К сожалению, Toyota Цеменко Константина понесла жуткие убытки, не доехав до Ленинск-Кузнецка. Сказались прошлогодние этапы. Ну, очевидно, вы уже успели разглядеть фрагменты трассы в Сосновом Бору, Новокузнецке. Трасса длиной 3 километра, 1,5 в одну сторону и столько же обратно. Сама трасса природная, то есть естественная, броды, кочки, холмики. Некоторые элементы, как стиральная доска и крутые подъемы, обязательны из-за невыполнения большие штрафы. Перед гонкой я обратил внимание, что все машины на обычной стандартной резине. По слякоти шли только за счет инерции. Единственный Живицын Сергей подготовился, поставил пятаковую резину. Было еще три особых машины. Ох ты, ох ты, ох ты. И Ниву постигло то же самое, что и было с УАЗиком. Итак, УАЗ с Кемерово, команда Кузбасс УАЗ-сервиса. У них стоял спортивный движок и крутил около 8000 оборотов. УАЗ от Новокузнецкого Спаса. Третий претендент Широков Игорь. На УАЗике также он участвовал не один раз в наших джиперских тусовках, бывалый, скажем так, джипер. А у себя, как говорится, на родине и стены помогают. И еще одна Нива под номером 13. Участникам дается два заезда. Время суммируется, плюс штрафные, и определяется победитель. Гвоздем программы стал ВАЗ-2105. Новенькая пятерка, из-за которой и убивали, натуральным образом убивали свои машины 24 джипера. О судьбе пятерки отдельная история. А пока на втором заезде, когда трассу развезло прилично, на бок легло аж 5 машин. Причем там, где наш экипаж, Живицын-Дервинчук, пролетал в легкую. И самое главное, прошли трассу за 7 минут. А основная масса проходила минут за 9. Народу собралось поглазеть на джиперскую тусовку 1005, и все бы хорошо, если бы под колеса не лезли. А то, как машина на бок ложится, бегут толпой вперед технички. За сбитые фишки также даются штрафные очки. Оп, фишку сбил. Вот этот вот УАЗ номер 12 от Спаса Новокузнецкого шел очень хорошо. Но сейчас вы увидите, чуть позже. Сейчас. Нива, номер 13, новокузнечане. Время показали лучше Живицына Сергея, но по итогам судей не вошли даже в десятку. Шли хорошо. Ну вот такие вот результаты. Вот этот головастик примечателен тем, что ребята, сидящие в нем, приехали просто подурачиться. И вот что у них из этого получилось.
замечательно. А вот и, как говорится, гроза местных джиперов. Мерседесовский унемог. Но сами понимаете, какая это гроза на такой трассе. Ему по болоту надо ползать, а здесь скорость и мастерство необходимы. Смотрим дальше. Наконец-то вытащили головастика. Хочу порадоваться за вот этот экипаж номер 19, Широков Игорь. Шел просто великолепно, но, к сожалению, также не попал в призеры. Вот, наконец, наш экипаж Живицын Сергей и штурман Деревенчук Евгений. Смотрим, как великолепно они делают пируэты. Опа! Без комментариев, как говорится. Это команда ОВД города Новокузнецка. Пилот Хортов. Честно говоря, радуемся за победу нашего экипажа. Одна машина, всего одна машина была с новосибирского клуба «Сибирский дерби» и заняли таки первое место. А вот главный приз ВАЗ-2105, к сожалению, нашим не достался. Организаторы его подарили кому-то другому, другому экипажу и за что-то даже другое. К сожалению, это печальный факт новокузнецких покатушек. И вот на финишной повозке еще один автомобиль, который не менее быстро через старту мистер Хан номер 5. Время старта этого автомобиля было таковым 12:21. Так, пошел по большому радиусу. Давайте еще раз поблагодарим всех участников своими аплодисментами. Шестер Александр и Большаков Сергей. Большое вам спасибо за участие. Вам вручается колесо. Колесо от УАЗика, руль. Итак, наконец, второе место. Опять аплодисмент. Экипажу номер 6 вручается. Второе место. Итак, повторю еще раз. Место номер 1 занял экипаж номер 5. Это Живицын Сергей и Деревенчук Евгений, дорогие друзья. Время, общее время 14:29. Им вручается телевизор от Абекса, от телекомпании Абекс. Два колеса от Вира, шампанское от тоже от... Поаплодируем нашим участникам. Это первое, второе, третье место. Действительно. Приз от магазина «Автохимия». Это вот эти вот...